Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня у нас время очередной персональной заявки, в этот раз от Рэй Корю. И будем мы с вами реагировать на ретро-королев Южной Кореи. Кто-то, возможно, уже догадался, что сейчас речь пойдет о женской группе Wonder Girls. Дебютировали они в 2007 году в феврале в агентстве JYP Entertainment в составе 5 человек. Это у нас была Хёна, та самая Хёна, Сонми, та самая Сонми, Сонэ, Сохи и Еин. Хёна, к сожалению, в группе просуществовала совсем короткое количество времени. В том же 2007 году она по настойчивому требованию родителей покинула группу по состоянию здоровья. Там у нее были сложности некоторые. Вот. И JYP быстренько на ее место дебютировал одну из трени Юбин. Вот. Позже, в 2010 году, объявили то, что Сонми берет перерыв, потому что ей нужно сосредоточиться на обучении. Но позже, со временем, когда она вернулась в группу, это было объявлено как возвращение официальное. То есть, собственно, она в 2010, после того, как она в 2010 году объявила о временном приостановлении деятельности, она все-таки как бы официально покидала прям группу. А на ее место Джупик дебютировал, опять-таки, из состава трени девушку по имени Хирим. Вот, и опять они остались в том же количестве 5 человек. В 2013 году Сонэ вышла замуж в начале года. Вот, и Джуп объявил то, что группа полностью всем составом уходит в хиатус. Они успокаивали фанатов то, что Сонэ не покинула состав группы. Вот, то, что она, несмотря ни на что, остается участницей. Вот, но все-таки в 2014 году, в декабре, она покинула индустрию окончательно и бесповоротно. Вот, немножечко мне, конечно, непонятно то, что разница в одной статье информации, потому что написано сначала то, что Сонэ и Сохи в 2015 году покинули группу, но вот Сонэ дальше пишется то, что покинула группу в декабре 2014 года, а Сохи в декабре 2013 года она покинула JYP Entertainment и перешла в другое агентство, чтобы продвигаться там в роли актрисы. Я так предполагаю, что это, скорее всего, связано с тем, что они именно сначала покинули агентство, как это часто бывает, но не покинули состав группы, а потом вот в 2015 году объявили официально, окончательно и бесповоротно, что они и группу покинули окончательно и бесповоротно. Вот. После вот этого двухлетнего хиатуса группа возвращается в 2015 году летом в составе 4 человек. Это вот те две трени, которые дебютировали на замену ушедших двух участниц. Еин все так же продолжала оставаться в группе и вернулась Сонми. Вот, Еин и Сонми, кстати, дебютировали сольно в 2013 году, обе, пока группа была в хиатусе. Вот, в составе 4 человек они вернулись со своим полноформатным альбомом «Reboot», на заглавку которого мы, собственно, сегодня и отреагируем, который называется «I Feel You». Вот, и окончательно группа была расформирована спустя 2 года, в 2017 году, 10 февраля, как раз-таки в день дебюта, то есть ровно 10 лет просуществовала группа. Кстати, забыла сказать, что Wonder Girls была первой южнокорейской группой, которая попала в чарт Billboard Hot 100. Они там заняли 76-ю строчку в 2009 году. У них, я уже забыла, как называется, это сингл англоязычный. Вот они сначала в 2009 году были открывателями концерта Jonas Brothers. Вот, и, видимо, там они выступили с этой песней англоязычной. И, видимо, она в Америке там завирусилась. И как-то вот они смогли попасть, ну, как-то завирусилась песня. И они попали в Billboard Hot 100. Первооткрывателями были. Молодцы, молодцы. Вот, альбом «Reboot» у нас в Billboard World Albums на второй строчке оказался, когда они с ним камбэкнулись. А, собственно, заглавка «I Feel You», на которой мы сейчас будем смотреть, заняла первый номер в 8 южнокорейских чартах. Вот такие вот дамы молодцы. Что ж, давайте, наверное, заканчивать болтологию и приступим к просмотру. Я, если честно, вроде бы вообще ни одного клипа Wonder Girls
не видела никогда. Вот, поэтому это прям... Прям первое реально знакомство. И в плейлисте у меня ни одного их трека нету. Так что давайте. Hana Toolset. Едем. JYP. And the Wonder Girls. We're back. Ой, это прям ретро-ретро. Вот вы посмотрите, что дозволено раньше в К-попе было. И никаких защитных шортиков. Санми тут что-то немножечко с Ильги напоминает чем-то. Когда еще не такая худющая, как сейчас. Это вот что-то прям, вот прям из 80-х конкретно звучит. Я пытаюсь понять, они реально играют или нет. Я как бы видела в профайлах, что у них в позициях групповых обозначены, кто там на басу, кто на клавишах, кто на барабанах. Но, по-моему, ну конкретно в клипе это просто антураж и реквизит. Напишите, кто шарит. Они же не инструментальная группа, я же правильно понимаю. Фантастическое сходство с Ильги не покидает меня. Ощущение, что они очень сильно похожи, ну конкретно здесь, в этом клипе. И рекламка такая прям тоже в стиле прошлого века, так сказать. Эффект на видосе. Что ж, это прям, знаете, у меня появилось дикое желание отправить эту песню маме, потому что она прям заценит по-любому. Это прям вот из 80-х, из 80-х. Что-то вот Сиси Кейдж, вот что-то в эту стезю. Классно, здорово. Интересно, конечно, наблюдать, насколько откровенны могли быть наряды раньше, что это в норме было. И хореография такая, ну, я не скажу, что она прям откровенная, но акцентирует внимание на некоторых частях тела, так сказать. Ну вот, хочешь не хочешь, а туда смотришь. Вот, и напишите мне такие, что это за прикол, потому что, ну, вроде бы, насколько я знаю, это не единственный клип,
в котором, ну, то есть я их не смотрела прям полностью, но вот по превьюшкам можно понять, что это не один клип, в которых они, ну, прям вот стоят с инструментами, немного хореографии, так сказать. Но вот здесь я обратила внимание, что они просто держат гриф, на клавишах тоже там аккорды особо не меняются. Единственное, что могло бы внушить доверие о том, что они реально играют, это барабанщица. У них реально что-то там играло. Вот, ну и то. Насколько я знаю, девушки очень активно принимали участие в написании конкретно этого альбома. Может быть, они и умеют играть на инструментах, но конкретно в клипах они не юзают эту историю. Вот. Может быть, конкретно в этом клипе. Короче, я жду информацию в комментариях, потому что, ну, как бы по-любому найдутся те люди, кто шарит за это все дело, и расскажут мне по полочкам, проведут ликбез. Вот такие пироги. Ребята, выводить ничего не буду, потому что уже, как вначале говорила, я с группой не знакома, репертуар не знаю, в плейлисте ничего не добавлено. Вот. Возможно, на какой-нибудь стримчанский в голосование она попадет как претендент на выбор, кому мы посвятим стрим знакомства. Что ж, поблагодарю еще раз Рэй Корио, который сделал, собственно, заказ на вот это вот чудо, поэтому держи, саранхулит тебе. Вот, а на этом, собственно, все. Не забывайте, что у вас тоже есть возможность при желании заказывать персональные заявки. Для этого нужно перейти по ссылочке в описании на Boosty и там выбрать определенный уровень подписки. Вот, и не забывайте, что там у нас выкладываются еще в открытом доступе абсолютно для всех, вне зависимости от того, подпишетесь вы или не подпишетесь на какой-нибудь из уровней подписки, стримы за все время, которое мы проводили стримы. Вот. А на этом, собственно, все. Поблагодарю своих авокадовых спонсоров, Рэй Корио, еще раз, естественно, особая благодарность. Вот. А на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.